this time I'm going to be like, this time I'm going to like, skate my feet like this. This time instead of like, очень красиво. Все такое светящиеся, все деревья такие красивые. Вот эти беленькие такие столбики — это каток. А вот она. Зимой тепло одеваюсь. Даже в перчатках. Пойду я, наверное, сегодня на каток, выберу какой-нибудь день и специально приеду на каток. Что-то там долго, по-моему, все это очередь. Может быть, в какой-то надо приехать день, не праздничный, наверное, все-таки покататься. Потому что сейчас в празднике очень много народу на каток. Сейчас помню, просто не знаю, куда вставать. Я сейчас выйду на набережную. Каток. Указатели на детский каток. А что я? Детский каток. Набережная Москва-реки. А, это раздевалка, видимо, на детский каток. Угу, понятно. Идем посмотрим сам каток. Девалка.
Ага, вот он, детский каток. Здесь тоже очередь. Вот там детский каточек. Не пойду я туда ближе, потому что он еще тоже не работает. А? Сейчас где трасса? Три. Мы туда идем. А потом слева шестер. А кто ли сходишь? Миша. Вот детский каточек. Это елочка. Ну, такой значит, небольшой. 45-15 минут. Его машинка убирает снег, с него чистит. Сейчас откроют. А это касса, видимо, детского катка. Да, это касса. Снег чистят. Чайная высота. Дом чая и мороженого. Самовар там такой большой. Классный. Интересно, машинка маленькая, маленький грузовичок. Корабли плавают по Москва-реке.